Добрый день! Сегодня я познакомлю вас с таким видом зарядки, как шейпинг. Шейпинг – это довольно ритмичный и энергичный комплекс упражнений, который при добросовестном выполнении ускоряет обмен веществ и тем самым повышает жизненный тонус. Для начала мы разберем базовую разминку, чтобы подготовить организм к основным упражнениям. Ложимся на пол лицом вниз, руки вытягиваем вверх и тоже кладем на пол. Руки должны составлять с телом угол 30 градусов. Тело с вытянутыми руками должно быть похоже на английскую букву Y. Повторяем упражнение 15 раз. Ложимся на спину, ноги сгибаем в коленях и ставим на пол, руки за головой. Поднимаем корпус из этого положения и задерживаемся в верхней точке на несколько секунд. Возвращаемся в исходное положение. Повторяем упражнение 10-15 раз. Ложимся на спину, руки раскидываем в стороны. Правую ногу сгибаем в колени, левую вытягиваем и поднимаем на небольшую высоту. Поднимите выпрямленную ногу и бедра так, чтобы ваше тело составляло прямую линию. Задерживаемся в этом положении, затем медленно опускаемся в исходную позицию. Повторите 8-10 раз с одной ноги, затем смените положение. Лежим на спине, ноги согнуты в коленях, пятки упираются в пол, руки вдоль корпуса, ладонями кверху. Упираясь руками в пол, поднимаем таз, снова опускаем корпус почти до пола. Держа таз в поднятом положении, поочередно выпрямляем то одну, то другую ногу. При этом бедра параллельны друг другу. Лежим на спине, поднимаем ноги и руки так, чтобы угол между ними был около 90 градусов. Повторяем около 10 раз. Почувствуете небольшую боль в мышцах, ничего страшного, значит, есть результат. Хорошего вам дня, пока!